Ситуация на ремонт, на реконструкцию стадиона заведена в КАИП. Уже есть подписано соглашение с правительством края, в свою очередь у правительства края с Министерством спорта Российской Федерации на предоставление субсидий на выполнение реконструкции. И сейчас подготавливаются все необходимые документы. Реконструкция, именно реконструкция, да. Подготавливаются управлением капитального строительства все необходимые документы для объявления конкурса. Объявление конкурса на поиск подрядчика на выполнение уже строительно-монтажных работ. То есть в 2021 году мы должны зайти на начало работ по реконструкции стадиона «Авангард». Она состоит, разбита проектно-сметная документация на два этапа. Первый этап включает в себя фасад, подтрибунные помещения, кровли, то есть замена коммуникаций всех. Понятно, что внутри ремонт и раздевалок всех, все, что с этим связано. И второй, ну естественно, решение вопросов вот с аварийной трибуной, все знают, да, что у нас северная трибуна, которая сегодня забором огорожена, у нее проблема с фундаментом, она заваливается, то есть она будет полностью будет восстановлена. И все вот такого характера проблемы, они в первом этапе. Второй этап у нас уже ядро стадиона. Это замена газона, это ремонт беговой дорожки, которая непосредственно уличное, то есть это освещение, это скамейки, которые для зрителей, ну и все в этом ключе. Вот. По времени на сегодняшний день первый этап он рассчитан до 2022 года. По соглашению с Министерством спорта Российской Федерации полное завершение реконструкции сегодня до 2023 года обозначено. Но эта дата не окончательная, чтобы сразу было понимание, так как там не все финансирование, которое сегодня есть, оно заведено. То есть будет дополнительное финансирование, и дата по завершению реконструкции, она, возможно, будет несколько продлена. То есть пока до 2023 года у нас обозначены те работы, которые подкреплены финансированием.